Состоялось открытие выставки, посвященной первому президенту Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву. О том, как проходило мероприятие, расскажет наш корреспондент. В мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» начала работу выставка «Лица республики. Первый президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев». Особенно примечательно, что открытие выставки состоялось в день рождения Минтимера Шаймиева. В открытии принимали участие председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Я от имени всех присутствующих здесь, от себя лично хотел бы поздравить и выразить ему глубочайшее уважение, огромную благодарность за все, что он сделал и продолжает делать для родной республики. За подвижническую работу сегодня по сохранению историко-культурного наследия, возрождению духовности в обществе, защите родных языков, неустанный труд на благо и во славу родного Татарстана. Экспозиция включает в себя фото и видеоматериалы, связанные с общественно-политическими, культурными и экономическими аспектами деятельности Минтимера Шаймиева в должности президента Республики Татарстан. Работа выставки продолжится до 30 января. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.